Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, milí přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Сегодня у нас заключительный день фестиваля актуальной культуры и прав человека Культурус. A dnes máme poslední závěrečný den festivalu Культурус, což je festival aktuální ruské kultury a lidských práv. И так получилось, что в этот день у нас самое грустное мероприятие. Dnes máme tu nejsmutnější událost. Если на протяжении предыдущих двух недель мы обсуждали все-таки скорее абстрактные вопросы состояния российской политики, российского общества. Během последних двух týdnů jsme diskutovali na téma abstraktní spíše, probírali jsme situaci v oblasti ruské politiky, v oblasti stavu veřejnosti. То сегодня мы будем говорить о совершенно конкретных людях, о судьбах и о семье. A dnes spíše budeme mluvit o konkrétních lidech, o konkrétních osudech a o rodině. Вот прежде чем я скажу, о какой семье мы будем говорить, хотя из программы вы, наверное, догадались, я хотел бы принести извинения от организаторов за то, что сегодня не сможет принять анонсированное участник дискуссии, уважаемая пани Анна Шабатова, омбудсменка Чехии. Než prozradím, o které konkrétní rodině se dnes budeme bavit, což asi víte z toho programu, a chtěl bych se jménem organizátorů především omluvit za to, že z naší diskuze nezúčastní veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. У нас действительно была договоренность, она с удовольствием подтвердила участие, но буквально вчера пришло письмо, что она по уважительной причине не может присутствовать. Byli jsme předběžně s ní domluvení, počítala s tím, ale včera jsme od ní obdrželi dopis, že se nebude moct této dnešní akce zúčastnit. Сегодняшний вечер мы построим так. Мы минут 5-10 напомним или расскажем, кто знает не очень много о герое и героях сегодняшнего вечера. Потом посмотрим недолгий фильм о Эльдаре Надиной. Потом уже мы послушаем непосредственно Настю про историю ее жизни и ее любви. После чего поговорим уже с залом, ответим на вопросы. A dnes budeme mít následující program. Nejdříve asi 5-10 minut se budeme věnovat našímu tématu. Povím někomu, možná připomenu někomu, prozradím nové informace o rodině Dadinových. Potom promítneme film o Ildaru Dadinovi. A pak bude následovat vlastně projev Anastázie Zotovové o její životě, o její lásce. A pak budeme asi mít prostor pro vaše otázky. Да, и так совершенно очевидно, я, конечно, не буду тут шутки неуместно интриговать. Сегодняшний вечер называется «Быть женой политзаключенного» и посвященном судьбе Анастасии Зотовой и ее мужа Ильдара Дадина, который находится сейчас в страшных условиях, можно сказать, в концентрационном лагере в России. Прозвоним hned, чему se dnes budeme věnovat. Jedná se o osud rodiny Dadinových. Není to žádné tajemství, že manžel Anastasie Zotovové se nachází momentálně ve věznici v hrozných podmínkách, dá se říct, jako v koncentračním táboře. Удивительно, что мы планировали этот вечер с Анастасией полгода назад, вели переговоры о том, как мы будем вести, какая программа вечера, как он будет называться, о чем рассказывать. И совершенно летом не предполагали, что темой вечера станет не история любви, хотя в том числе, конечно, а история как раз сопротивления благодаря любви. То есть то, что происходит сегодня с Ильдаром Дадиным, о чем Настя расскажет, это превосходит все возможные наши предположения и все возможные наши представления о 21 веке. My jsme toto setkání plánovali s Anastázií ještě před půl rokem a když jsme se bavili o tom, jaké téma bude mít toto setkání, jaký bude program, nepočítali jsme s tím, že místo historie lásky budeme mluvit na téma odporu kvůli lásce. Да, я очень коротко напомню, расскажу, кто же такой, собственно, Ильдар Дадин. Ильдар Дадин, как и многие молодые люди, пришел в оппозицию, точнее даже в движение, как сопротивление той власти, которая навязывает свою политическую, экономическую и бесчеловечную политику российскому обществу в конце 2011 года, когда началась так называемая Белая революция, Снежная.
Řeknu stručně pár slov o tom, kdo je Eldar Dadin. Je to mladý člověk, který přišel do opozice na konci roku 2014, když 11, když začaly protesty proti režimu, který je nelidský a nelidský ve všech aspektech, jak politických, tak i ekonomických. Čím srazu bylo jeho osobnost, on srazu vyzývalse среди всех участников митингов и тех людей, которые ходили на массовые мероприятия. Дело в том, что, во-первых, Эльдар никогда не принадлежал ни к какой партии и движению, и, во-вторых, его принципиальность, она была настолько прозрачной и звонкой, что это не могло быть незаметно. Он все, что называется, пробовал на себе, он пробовал то, что называется вот на зуб, любой вкус, любое правонарушение, любой вот этот зазор между законом и действительностью. Эльдар Дадин se hodně lišil od jiných lidí, kteří se účastnili hromadných protestních akcí. Nikdy nepatřil k žádné politické straně, k žádnému politickému hnutí. Je to zásadový člověk, který vždy chtěl všechno vyzkoušet sám, zjistit sám a přijít na kloub věci sám samostatně. Chtěl prostě cítit chuť každého narušení práv, narušení zákonů, legislativy v Ruské federaci, aby se ujistil, že se jedná o skutečné narušení. То есть я бы сравнил его с таким открытым нервом. Его болезненность к любой незаконности была настолько повышенной, что это не могло не быть незамеченным как властями, так и оппозицией, и это не могло не выделить его из общей массы сопротивления. Vždy výrazně reagoval na jakékoliv protizákony jako v Ruské federaci a tímto se vyznačoval s takové masy lidí, kteří v Rusku bojují proti režimu. Jeho osobnost v tom, že on nevěřil na slovo ni těm, ni druhým, on vše prověřil na sebe, vše stavil pod sámění, tolik ubědivši, že действительно закон narušuje, on bral na sebe smělost сказать открыто v лицо s открытым забралом полиции, военным, там ФСБ, всех силовых структур, и, собственно, именно за это он и получал то, что получал. А никогда не верил словам людей, которые подшли к двум странам. Они одной стороне не верил, они другая. Всегда все скушал сам, а chtěl se sám ujistit, že skutečně dochází k nějakému porušení práv a zákonů. A teprve poté se nebál říct otevřeně policii, vojákům, zástupcům federální služby bezpečnosti, že skutečně dochází k takovým porušením. To je, jestli můžete koho to nazvat v avantgardě движení, to byl именно Ильдар своим. Был как бы наконечником. Но что очень важно, это было без ненасильственное сопротивление. Это был ненасильственный наконечник. И парадокс в том, что он, несмотря на свою принципиальную ненасильственность, он был предельно острым, потому что его действия кололи закон, нарушение закона очень болезненно. И именно поэтому закон на него, ну не закон, а мы понимаем, да, российская полиция и силовые структуры отреагировали наиболее сильно, наиболее жестко, и сейчас мы посмотрим кино, как же это происходило. Был в подстате вепреду гнути отпору, а сам пропаговал ненасильный протест, ненасильный отпор, наведя на то, что zásadně zastával právě takový nenásilný typ protestu. Jeho protest byl poměrně ostrý a samozřejmě nemohl zůstat bez povšimnutí ze strany policie, ze strany silových struktur v Ruské federaci. A teď se podíváme s vámi na krátkou ukázku a to všechno uvidíte vlastně v této ukázce. Poprosím включit kino. Teď bych poprosili spustit video. Kino na ruském jazyce, no s anglickým subtitrem. Video je v ruštině, ale má anglické titulky. Thank you.
Воспадный суд Москвы сегодня приговорил к 3 годам лишения свободы Ильдара Дадина, человека, который называет себя оппозиционным активистом. Юристы называют это прецедентом. Ничего подобного в России еще не было. 3 года колонии общего режима Ильдару Дадину близки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Мне Ильдар рассказывал, что лет до 30 он был абсолютно аполитичным, хотел завести семью, завести детей, работать, зарабатывать деньги, ну то есть жить как все обычные люди. В 2012 году, когда начались митинги за честные выборы, он услышал про эти митинги и заинтересовался, а что, неужели у нас выборы нечестные? Как раз в марте были выборы президента, и он решил пойти на них наблюдателем, чтобы самому посмотреть, что вообще происходит. Он пришел наблюдателем к себе на участок в городе Железнодорожный, и там вместе с другими наблюдателями зафиксировал нарушение, после чего их просто удалили с участка. А он поехал вместе с ребятами все опротестовывать в территориальную избирательную комиссию, но тут пришли какие-то люди в гражданском, сказали, что они ФСБшники, взяли Ильдара и другого наблюдателя, побили, увезли на промзону и сказали, что если вы будете жаловаться, то вам, мол, будет хуже. Потом, когда был следующий митинг за честные выборы, он, разумеется, туда пошел, потому что он видел, что это за выборы вообще. А вы на следующий момент нас толкали? Когда он учился в школе, для нас, для семьи, для родителей, для всех, новая гордость нашей семьи. Я ходила в собрание, и всегда учителя ставили Ильдара в пример другим ученикам. И учительница всегда говорила, что у Ильдара Дадина есть стержень. После армии он решил поступать. Поступил в один институт, что-то не понравилось, то он другой. Но бюджетный, без денег, без ничего. Он сам везде поступал. Почему все то, что воруют, показывают по телевизору, миллиарды воруют наше государство, расхищают, им никаких уголовных дел не дают. Им уголовных дел не дают. Они спокойно живут, спокойно дальше воруют. А человек, который не согласен с этим, выступает против всего этого, им удают голову. Ну что, нормально? Ильдар всегда подчеркивал, что главный принцип его – это ненасильственное сопротивление. Потому что если сопротивляться как-то насильственным образом, то это просто развяжет власти руки, и она будет применять против людей силу, оружие и так далее. Когда закон это работает, вы все будете привлечены. Ваши номера в жетонах и лица ваши записываются за то, что вы нарушаете закон о полиции и закон о России. Вы будете привлечены, вы превышаете свои служебные полномочия, за это вы будете отвечать вдвойне. Вы наделены власти, чтобы защищать закон, а вы его как оборотник в погонах нарушаете.
Ну, я, во-первых, один из немногих, кто против закона голосовал, и предупреждал, что этим все закончится. Вообще, это беспредел, когда человека за то, что он выходит на улицу в соответствии с 31 статьей Конституции, трижды задерживают и дают ему 3 года колонии просто ни за что. Не отложилось апелляционное рассмотрение нашей жалобы, Эльдара Дадина, на приговор, который был вынесен в основном судом в декабре месяце. Отложились чисто технические причины, поскольку суд не располагает сведениями о том, рассмотрено ли замечание на протокол судебного заседания, которое подавал Дадин. Приговор Эльдару Дадину, который был вынесен в декабре прошлого года, он даже на фоне тех приговоров неправосудных, политически мотивированных, которые сейчас поставлены на поток, к сожалению, в России. Так вот, даже на этом фоне он выглядит ярким примером покушения на свободу слова, на свободу собрания, на свободу выражения мнений, вообще на свободу и права граждан России, и является просто насмешкой, попранием самой идеи прав. Сколько раз вот я был в этих вот зданиях, и каждый раз уходил крайне разочарованный. Правосудия нет. Это определенно. Я надеюсь на то, что апелляционный суд отменит приговор по Эльдару Дадину. И основания у меня в том числе и такие. Связаны с тем, что Элла Парфилова, которая встречалась с президентом, и отчитывалась ему за ее работу за предыдущий год в качестве уполномоченного права человека. Одним из первых вопросов, озвученных перед президентом, вопрос о том, что закон, по которому сейчас судят Эльдара Дадина, нарушает Конституцию Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть, уполномоченный прав человека сказал президенту Российской Федерации, что закон, по которому судят Дадина, нарушает Конституцию Российской Федерации. Мне кажется, это очень важный момент. Парень что делал? Он делал то, что Конституция разрешает делать, да, и закон разрешает делать. В части того, что у тебя есть права, гарантированные Конституцией, а у них есть права тебя в любой момент посадить. И это касается вовсе не только тех, кто ходит на одиночные пикеты. Это касается любого человека, потому что сегодня берут незаконно тех, кто ходит на одиночные пикеты. Завтра могут брать тех, кто неправильно припарковал машину. Послезавтра могут брать тех, кто правильно припарковал машину. Он особенный такой человек. Он очень спокойный. Как? Очень жесткий, обрубленный. Но когда его забирают, он обрубленный. Молоткут, и мы там что-то говорим, мы можем, да, правильно говорить, я и сам это говорю. Но он так сказал, что это не бросает. Он всегда требует от ментов, и никто не идет. Вы должны представиться, представьтесь, пожалуйста, он упирается, понимаете? Он требует всегда выполнения закона. Соответственно, проведение журналистской деятельности. Меня задержали основания для задержания. Мы разберемся. Нет, вы не разберетесь. За справедливость и свободу, за то, чтобы изнасилованный закон в России наконец-то не заработал. Ну что, за то, что меня используют по отношению с моим отцом, по любви к Путину, мой отец не является свидетелем обвинения? Или то, что меня положительно характеризовало, то, что нужно отрицать, что дико считается? Я просто вообще не понимаю, вы как бы вашего суда первой инстанции, так называемого. Кроме того, ни одного свидетеля, ни одного доказательства больше, что на меня обвинения нет. Вы же не были только вызываемые в суд сотрудники полиции, которые не могли чему-то предоставить одному видео, как они меня нарушили права. Закона задержан, потому что этого никогда не было. И наоборот, у стороны защиты есть множество видео доказательства того, что мои действия были либо в одиночном пикете, в любом случае мирно без оружия, и в третьем оказывающихся сотрудники задержанных участвующих в одиночном пикете. Наш так называемый суд, отбирая статью 3 статьи 49 Конституции, которая гласит, что неустранимое сомнение виновности лица находится в пользу обвиняемого, всегда дал пользу обратную пользу. Пользу обвинили. Приговор по основному районному суда города Москвы от 7 декабря 2015 года в отношении Дадина Эльдара Юсовича изменить, исключить из его осуждения за нарушение порядка проведения собрания и демонстрации, снизить его по статье 212 при 1 УК по наказанию до 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В остальной части этот же приговор суда оставить без изменений. Апелляционная жалоба осужденного Дадина, защитника по адвокату. Он не очень помогал защите стремления все-таки порушить этот приговор и, во всяком случае, смягчить ответственность. Ну, что сказать, это выбор человека. Я речь своей
характеристику детектива Лили, которую я навсегда дал. Я полагаю, что существование этой категории не столь многочисленно в любом обществе. То есть это полезно, потому что такие люди, они принимают буквально как свои собственные, прямо нераздельные существо, нормы, которые записаны в высоких актах, соответственно, правовых. И когда я изучил, соответственно, весь его путь, вот этот вот правозащитный, Он же, понимаете ли, ничего же не объединяет сюжеты, по которым он выходит. Да, это неспособность, да, смириться с несправедливостью, которую я считаю. Nejen politický vězeň, který se nachází nyní ve věznici,
kvůli individuální protestní akci, akcím, které uspořádal, ale je důležité chápat, že je v této věznici nelegálně, protože protestní akce, které pořádal, individuální protestní akce, byly naprosto v souladu s ústavou Ruské federace a s legislativou. Speciálně pro něho byl vymyšlen nový článek v zákoně, který má za účel potlačit jakýkoliv odpor, dokonce v takové individuální podobě. A vlastně tyto individuální protestní akce byly projevem odporu. Já сейчас вспомнила, как мы снимали этот фильм, и последняя сцена, где я рассказываю Люсе Казарян, что я очень сильно волнуюсь за Эльдара. И, если честно, когда мы это снимали, я даже представить не могла, что на самом деле может произойти. Teď jsem vzpomněla, když jsem se dívala na toto video, že v době, kdy se natáčelo, říkala jsem autorce Lucy Kazaranové, že mám velké obavy ohledně Dara Dadina. A v té době, v tu chvíli jsem ani neuvědomovala, že se to všechno stane realitou. В конце лета этого года Эльдар увезли в колонию и не сказали ни его родственникам, ни адвокатам, где он находится. Нам пришлось месяц самим выяснять, обзванивать колонии, обзванивать правозащитников, чтобы его найти. На конце лета Эльдар был отвезен до вязницы с доглядом. А не было сделано ни příbuzným, ни адвокатам, где он находится. My jsme vlastně celý měsíc zjišťovali, kde je, museli jsme obvolávat různé orgány. Когда 2 недели назад я приехала в эту колонию, меня не пустили на свидание, хотя по закону я имею на это право. Когда несколько дней назад к Эльдару на свидание приехал адвокат, Эльдар рассказал ему совершенно ужасающие вещи. Před 2 týdny jsem jela do věznice, kde se nachází Eldar, ale nepustili mě tam, takže k setkání nedošlo, i když v souladu se zákonem na toto setkání mám nárok. Před několika dny Eldara navštívil advokát a Eldar mu vyprávěl hrozné věci. Адвокат Алексей Липцер записал со слов Эльдара то, что Эльдар передал. Если позволите, я зачитаю. Алексей Липцер, адвокат Эльдара, zapsal to, co mu říkal Eldar, a jestli mi dovolíte, já bych to ráda přečetla, citovala. A to, jak prochází život v rosijské kolonii, prostě, aby vy pochopili. Teď uslyšíte, jak vypadá život v ruské věznici s dohledem. 11 сентября ко мне пришел начальник колонии с 3 сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день 4 раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. 11. září 2016 za mnou přišel šéf věznice, Kosiev, s 3 dalšími zaměstnanci věznice. Společně mě začali bít, byli mě ten den celkem 4x, tak 10 až 12 lidí najednou. Používali kopance. Po 3. bítí mi ponořili hlavu do záchodové místy přímo v celé samovazbě. 12 сентября 2016 года пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной, подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях. Кроме того, выкручиваются локтевые суставы, чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса, потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного, и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку. После этого привели к Касиву, это начальник колонии, где он в присутствии других сотрудников сказал: «Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться, тебя убьют и закопают за забором. Потом избивали регулярно, по нескольку раз в день. Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания. Все это происходит и с другими заключенными. 12. září 2016 пришли працовницы вязницы, спутали мне руки за зады, а завесили меня за болта. Такое завешивание способствует шиленому болезнь запястий. Navíc se vytahují loketní klouby a cítíš hroznou bolest v zádech. Visel jsem takto 30 hodiny. Pak za mě slekli prádlo a řekli, že přivedou dalšího vězně, který mě znásilní, pokud nebudu souhlasit s ukončením hladovky. Potom mě odvedli do kanceláře Kosieva, kde on za přítomnosti ostatních zaměstnanců prohlásil: byli tě ještě málo, pokud kolegům nařídím, budou tě být daleko víc, jen si zkus stěžovat, zabijí tě a
za hrabou za ohradu. Následně mě byly pravidelně několikrát denně. Neustále bití, posměšky, ponižování, urážky, nesnesitelné podmínky věznění. To vše se děje i jiným vězňům. После того, как это письмо было опубликовано, в колонию приехали различные официальные лица, в том числе омбудсмен, и выяснилось, что у Ильдара началась эпилепсия, которой не было раньше. Poté, co tento dopis byl zveřejněn, věznici s dohledem navštívili různí lidé, včetně veřejné ochránkyně práv, a Ildar měl záchvat epilepsie. Dřív nikdy žádnou epilepsii neměl. А несмотря на то, что сотрудники службы исполнения наказания очень пытались скрыть этот факт и скрыть факт синяков, кровоподтеков, которые у Ильдара остались на руках, правозащитники стали свидетелями этого припадка. Заместнанцы службы выполнения тресту соснажили неким способом затаить все эти то скутечности, снажили се затаить то, что Ильдар ма модрины на руку и так далее. Сейчас Ильдара, этот припадок может быть свидетельством черепно-мозговой травмы тяжелой. Возможно, его били ногами, как он писал, и по голове, и не только по всему телу. Его увезли сейчас в больницу, но в настоящий момент мы не знаем, где он находится. Tento epileptický záchvat může být následkem toho, že ho mlátili a že pravděpodobně měl úraz hlavy mozku. Pak se dostal do nemocnice. Přesně nevíme, kde se nachází. Антон вот говорил, что мой приезд сюда был под вопросом. Действительно, последние дни я собиралась ехать в Карелию, в эту колонию. Единственное, что меня остановило, действительно, невозможность понять, где конкретно сейчас Ильдар. То ли он в другой колонии, то ли он в больнице, то ли его вернули в ту же колонию, где начальник садиста. Это, конечно, был бы самый плохой вариант. Антон, власне, уж мовил о том, что... Zda přijedu, to byla vlastně otázka. Do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli poletím do Prahy, protože jsem původně měla v plánu jet do věznice, navštívit Ildara. Ale zastavilo mě to, že jsem přesně nevěděla, kde se momentálně nachází. Nevíme, jestli je v jiné věznici, nebo jestli je v nemocnici, anebo znovu byl vrácen do stejné věznice, kde se nacházel předtím, kde mají ředitele, šéfa, sadistu. Нам из России очень трудно бороться с тем, что происходит. Помимо Ильдара, о пытках заявили и другие заключенные в этой колонии. Но власти России всеми силами пытаются эти инциденты замять. Поэтому я приехала сюда, чтобы просить о помощи. Возможно, это может оказать какое-то давление на российские власти, это спасет Ильдара и других людей, которые также подвергаются пыткам. Když se nacházíš v Rusku, je těžké odtud bojovat proti ruskému státnímu aparátu. Mučení, které se stalo Ildaru Dadinovi, se stává i jiným vězňům, jsou o tom svědectví. A samozřejmě státní aparát Ruské federace se snaží takové incidenty všemi způsoby nějak zatajit. Proto jsem přijela sem do Prahy, do České republiky, abych mluvila zde na toto téma a abych zažádala o pomoc mezinárodní společenství. Предполагалось сегодня говорить о любви, но как-то в таких условиях не очень получается, поэтому, может быть, сейчас человек, который побывал в российской колонии, расскажет о том, как. Původně se zamýšlelo, že budeme mluvit o lásce, ale za takových okolností, za takových podmínek se těžko mluví o lásce. Myslím si, že člověk, který už byl v ruské věznici, ví, jaký to tam je, teď by mohl říct několik slov o tom. Действительно, мы с Настей обсуждали сегодня весь день, как построить этот вечер, и я говорил, что, может быть, мы будем рассказывать историю любви, где вы познакомились с Ильдаром, как вы жили до протестов, да, чувствуете ли вы себя политическими активистами, чувствуете ли Настя себя продолжателем дела и заполняет собой ту нишу, которая возникла после ареста и осуждения Ильдара?
Dnes jsme s Anastázií vlastně celý den řešili, jakým způsobem vybudujeme dnešní večer, dnešní setkání. Zda budeme mluvit o lásce, o tom, kde se Anastázie s Ildarem seznámili, o tom, jak vypadal jejich život předtím, než byl zatčen, o tom, jak se stala Anastázie politickou aktivistkou. Zda je vlastně nějaká taková nástupkyně v té činnosti, kterou vyvíjel Ildar. Да, может быть, это потом в вопросах-ответах мы обсудим, а сейчас я действительно хотел бы пригласить на сцену Андрея Барабанова, человека, который был осужден и провел в лагерях более 3 лет после знаменитых событий на Болотной площади в 2012 году. Toto vše můžeme samozřejmě probrat potom v rámci diskuze, až budete klást svoje otázky. Ale teď bych chtěl sem pozvat na pódium člověka, který strávil v ruských věznicích více než 3 roky. Byl zatčen po protestních akcích v roce 2012. Je to Andrej Barabanov. Dobrý den. Совместное обсуждение, да, с вопросом, насколько вот твой опыт личный и общение с друзьями или с тем, с кем ты был в местах лишения свободы, действительно опыт вот пыток, да, истязаний и несоблюдения законов распространен? Дякую. В рамці нашей дискуссии я хотел запитать на tvoje osobní zkušenosti, na komunikaci s přáteli, kteří s tebou byli ve vězení, vlastně na komunikaci se spoluvězni. Zda můžeš potvrdit to, že v ruských věznicích skutečně dochází k mučení vězňů? No, na samém děle mě namnogo больше повезло, чем Ильдару Дадину v plánu toho, kde já находился, jak já сидел. Я попал по болотному делу, сначала в изолятор, потом уже в колонию. И по болотному делу власти решили сначала действовать жестко при задержании, там, при аресте. Вот, там действительно применялись пытки, вот, применялись они там сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. После этого были и моральные пытки, и недопускание адвоката, угрозы разного рода, и большого срока, и там того, что сейчас там прострелят ногу или еще что-то. Вот. Но после там определенного времени, там, достаточно недолго в моем личном случае, сотрудники центра А перестали ходить. И я стал, ну, меня просто поместили в Бутырку, в СИЗО номер 2 Москвы, где я сидел как обычный заключенный, несмотря на там политизированность дела. Но единственное, что отправили меня, как и, в принципе, тех людей, которых тоже закрывали по болотному делу, отправили сидеть в спецблоки. Спецблоки — это маленькие такие камеры, рассчитанные на немного человек совсем. Dá se říct, že já jsem měl trošičku větší štěstí než Ildar Dadin. Co se týká toho, kde jsem odpikával trest, byl jsem zatčen v souvislosti s protesty na Bolotném náměstí. Nejdříve vlastně jsem vzat do takové izolované cely, pak mě přivedli do věznice s dohledem. Při zadržení a při vzetí do vazby, ano, to bylo docela brutální, ale a také pak následně mě navštěvovali zaměstnanci takzvaného centra pro boj proti extremismu a extremistům a docházelo k určitému morálnímu mučení, k vyhrožování, dokonce mi říkali, že mi prostřeli nohu a nepouštěli třeba ke mně advokáta.
Ale pak vlastně tito lidé, tito zaměstnance mě přestali navštěvovat a v vazební věznici v Buterce, je to vazební věznice číslo 2 v Moskvě, jsem seděl jako obyčejný vězeň, i když vlastně moje věc měla politický ráz. Měl jsem vyhrazenou speciální celu, kde se nachází menší počet vězňů než ve standardních celách. Да, и, видимо, вот власти в какой-то момент решили, что по болотному делу не нужно пытаться запытать тех, кого задержали, тех, кого собираются судить. И выбрана была другая, видимо, тактика. Просто показать все дело, и несмотря на то, что оно не клеилось, они решили сделать очень видный и открытый процесс, но это уже другая тема. Не клеилось, это не было доказательств? Не было доказательств, да. Вот, а в целом пытки в отношении меня и других сидящих по болотному делу прекратились, ну, за исключением только тех, кого заново задерживали. A co se týká řízení v rámci protestů na Volném náměstí, státní aparát vlastně neusiloval o aplikaci mučení a podobných taktik, spíše vyvinul jinou taktiku. Oficiální moc v Rusku chtěla ukázat, že se jedná o otevřený veřejný proces, ale neměli důkazy proti mně. Takže nějaké to mučení vůči mně a vůči ostatním vězňům v nějakou chvíli přestalo. I v odlišení od Eldara Dadina, v основном těch, kdo popal po balotnému dělu, ne odpravili v daleké kolonii. No, za исключение, je конечно исключение, это удальцов Развожаев. А всех остальных отправили в среднюю полосу. И, как я вот знаю, как там находились люди, тяжелее всего пришлось Сергею Кривову. Сергей Кривов – это один из болотников, это то ли доктор наук, то ли кандидат наук, то есть. Вот, и вот ему досталось несладко, он находился в изоляторе долгое время. Оттуда его не выпускали. И за любые жалобы ему продлевали нахождение в этом изоляторе. На раздел от Эльдара Дадина většina zatčených po protestních akcích na Volném náměstí se dostali do věznic spíše v centrální části Ruska. Takže na rozdíl od Eldara nebyli vysláni někam daleko, ale netýká se to úplně všech. Nejhorší podmínky třeba měl Sergej Krivov, kandidát věd. Strašně dlouhou dobu strávil v izolované celé. Андрей упомянул сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, и я вспомнила небольшую историю, которая как раз в тему нашего сегодняшнего разговора о том, каково быть родственником политического заключенного. Андрей се зміїнил о замістанцях Центра про бой проти екстремізму, а в солоду з нашим днішнім тематом, то є бить мачалкою політичного в'язня, мені нападав один příběг. Вскоре после приговора Эльдару, когда его взяли под арест, ко мне подходили сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и предлагали прийти к ним, попить чаю, попить кофе, и сказали, что если я этого не сделаю, то тогда они придут к Эльдару, и ему будет плохо. Poté, co byl vyhlášen rozsudek proti Eldaru Radinovi, poté, co on byl vzat do vazby. Zaměstnanci výše zmíněného centra pro boj proti extremismu se několikrát mě snažili pozvat na kávu, na čaj a říkali, pokud se nedostavím, tak udělají něco, provedou něco špatného Eldarovi. Но тогда этот разговор я тоже придала гласности и никаких последствий это не имело.
Tento rozhovor, který se uskutečnil, jsem tehdy zveřejnila a proto žádné následky nenásledovaly. Но на самом деле хотелось бы сказать, что пыткам и издевательствам подвергаются не только политические заключенные. Об этом пишет и Ильдар в своем письме. И после публикации этого письма мне приходят многочисленные сообщения из самых разных колоний, из самых разных регионов России про пытки и издевательства. Co se týká mučení a týraní ve věznicích. Nestává se to jenom politickým vězňům, kteří se tam nachází z politických důvodů. O tom vlastně píše i Ildar Dadin ve svém dopise. Poté, co jsem tento dopis zveřejnila, začala jsem dostávat zprávy od různých lidí, od příbuzných jiných věznic, kteří se nachází v jiných věznicích po celém Rusku. Вот сейчас просто прямо недавно пришло сообщение, я зачитаю, надеюсь, что Инна без публичности, не скажу имя человека, который отправил, надеюсь, что человек просто не будет против. Мой муж был в Красноярском крае, в нескольких учреждениях, бьют непокорных, в основном не в колониях, для воспитания специально вывозят или в СИЗО-1, или в ИК-6 Красноярского края. Там нет ни связи, ни возможности зафиксировать побои. Před nedávnem jsem dostala podobnou zprávu, ráda bych to tady citovala. Nebudu uvádět jméno, doufám, že člověk, který mi tu zprávu poslal, nebude proti, že jsem to tak tady prozradila. Píše o tom, že manžel se nachází v Krasnojarském kraji ve věznici. Potvrzuje, že tam dochází k mučením, k bití. Ale většinou zaměstnanci věznice tam neprovádí přímo ve věznici, vždy odvezou vězně do nápravného zařízení, anebo do vazební věznice a tam vlastně ty vězně potom mučí. Это действительно очень большая проблема, о которой все знают, но никто фактически с ней не борется, и единственные люди, которые пытаются что-либо сделать, это родственники заключенных. То есть мне, может быть, повезло в том плане, что я сама журналист, у меня были какие-то выходы на друзей из различных средств массовой информации, поэтому удалось опубликовать это письмо и поднять шум. Но нужно, конечно, решать эту проблему каким-то образом системно, и просто очень нужна помощь европейского сообщества в этой ситуации. О том-то проблему мучения и тирания везню се веди, але никто против тому ниц не дела, против тому се моц в Руску не боюе. То, что дохази к мучениям, подтверзуи прибузни везню, а можно они сау едини, кто се снажи вивиет някаку чинност проти тому-то. Měla jsem štěstí, že jsem v předchozí kariéře byla novinářka, působila jsem jako novinářka a zůstaly mi různé kontakty na média a na různé mediální zdroje. Díky vlastně těmto kontaktům se mi podařilo zveřejnit dopis Ildara, kde potvrzuje, že ve věznici dochází k mučení a týrání. Ještě poslední důležitá věc, že v této činnosti nebo v tomto odporu zřejmě potřebujeme pomoc evropského společenství. То есть, Настя, правильно ли я понял, что частный случай для тебя, как для жены Ильдара, сейчас становится делом общественной значимости, что частный случай, который казался просто конкретной ситуацией с избиением и пытками Ильдара, сейчас благодаря письмам или разным сообщениям, которые приходят тебе, показывает, что вся система не просто гнила, а вся система напоминает не просто ГУЛАГ и концлагерь, а она все построена на насилии и беззаконии. И как ты мыслишь теперь свое поведение? Anastasia, já rozumím tomu dobře, že vlastně teď už nejde o jednotlivý případ tvého manžela Ildara. Celá tato věc nabyla širšího měřítka, širšího významu. Už se pohybujeme na úrovni celé společnosti, celého Ruska. A vlastně případ Ildara ukazuje, a svědectví jiných vězňů ukazuje, že celý systém věznický je prohnilý, že vlastně držení vězňů v ruských věznicích připomíná držení vězňů v Gulagu nebo v táborech.
Ну, во-первых, я хотела бы просто сказать для начала, чтобы пояснить, я никакой не политический активист, я не хочу заниматься политикой, я обычная девочка, мне 25 лет, я закончила университет, хочу жить с мужем, гулять с собакой, растить детей, ходить в кино и вести самую обычную жизнь. Chtěla bych na úvod upřesnit, že já nejsem žádná politická aktivistka. Já jsem obyčejná slečna, která je 25 let, mám vysokoškolské vzdělání, ráda bych žila spolu se svým manželem, ráda bych s ním měla děti, vychovávala děti, chodili bychom spolu do kina. Chci žít standardní, obyčejný život. И просто, когда на Эльдара завели это уголовное дело за выходы с одиночными пикетами, которые разрешены законами Российской Федерации, и он ничего не нарушал, я была уверена, что не будет никакого приговора, его не посадят, и все у нас будет замечательно. Было заявлено трестное стягание Эльдара за то, что участвовал в индивидуальных протестных акциях, которые в souladu s ruskou legislativou. Já jsem si neuvědomovala, že mu za to něco hrozí a že to bude mít takové následky, které to nakonec mělo. On po všem zákonům, i fyzickým zákonům logiky, zákonům Rosijské federace, nedolžen byl popasit za rešetku. I proto, když to prozašlo, dla mě to bylo šokem i, konečně, já začala jakouto kampaně dla toho, aby jeho odtudu vytašit. No, udalož dobít se tolko toho, že, jak vy viděli v filmě, prigovor snížili na půl roku, z 3 do 2,5 let. V souladu se všemi zákony, v souladu s legislativou, se zákony logiky, Ildar by se neměl ocitnout za mřížemi, ale nakonec se to stalo. Já jsem v tu chvíli cítila šok a proto jsem začala kampaň na jeho podporu. Jak jste viděli v té krátké ukázce, nám se podařilo dosáhnout toho, že trest, který má Ildar, byl něco zmírněn a místo 3 let nakonec má odsedět ve věznici 2,5 roku. А в этой истории с пытками для меня самым важным с самого начала было и сейчас остается сохранить жизнь и здоровье человека, которого я люблю. Сохранить любым способом, перевести его в другую колонию, чтобы постоянно вокруг него были правозащитники, чтобы постоянно рядом с ним был адвокат, все что угодно сделать, просто чтобы он остался жив и остался со мной, и вышел, и у нас была нормальная семья. Вот это... Jsme se dozvěděli o tom, že dochází k mučení. Já jsem si řekla, že asi to nejdůležitější pro mě je teď, abych nějak napomohla zachránění života a zdraví Ildara, protože já ho miluji. Já nevím, možná bude lepší, pokud bude přivedet do jiné věznice. Usiluji a chci, aby kolem něho stále byli lidskoprávníci, aby k němu měli přístup advokáti. Chci, aby zůstal naživu, chci, abychom měli normální společné životy, chci, abychom měli rodinu. И я не такая храбрая, как Ильдар, он готов даже пожертвовать своей жизнью, чтобы рассказать о пытках. Я была к этому не готова и сейчас не готова жертвовать его жизнью. И я не хотела публиковать на самом деле это письмо, и его публикация была для меня очень-очень сильно непростым решением. Já nejsem tak odvážná, jako je Ildar. Ildar je schopen obětovat svůj život, aby zveřejnil informace o mučeních a týrání, k nímž dochází ve věznicích. Já jsem na to nebyla připravena. Ildar chtěl, abych dopis, který mi poslal prostřednictvím advokáta, abych ho zveřejnila. Pro mě to nebylo jednoduché řešení. Já jsem váhala. Но сейчас все стало гораздо сложнее, потому что после того, как Ильдар заявил о пытках, а служба исполнения наказаний попыталась опровергнуть это, о пытках заявили и родственники других заключенных, которые находятся в этой колонии. И это все подтвердили те люди, которые там сейчас сидят вместе с Ильдаром. Если просто Ильдара увезут в другую колонию, а начальника садиста, отстраненного сейчас от работы, вернут на место, то те заключенные, которые поддержали Ильдара, поплатятся за это, возможно, здоровьем, возможно, жизнью. Teď se to všechno hodně zkomplikovalo. A poté, co jsme se dozvěděli o tom, že ve věznici dochází k mučení a k týraní vězňů, a služba výkonu trestu samozřejmě to namítala a říkala, že nic takového se tam neodehrává. Já se obávám, že pokud Ildar bude přivezen do jiné věznice
A vedoucí této věznice, kde se momentálně nachází, bude vrácen zpět do své funkce. Momentálně byl dočasně propuštěn z této funkce, tak vlastně to všechno odnesou ostatní vězni, kteří zůstanou v této věznici. A možná někdo z nich přijde o zdraví, dokonce o život. По факту сейчас получается так, что я взяла на себя ответственность за жизнь и этих людей. И я обещаю, что буду защищать не только своего мужа, но и всех тех, кто не побоялся выступить против администрации и тоже заявил о пытках. И, конечно, после публикации этого письма из разных регионов России начали писать люди, что их родственники тоже сидят в колониях, где применяются пытки. И читая это, невозможно выкинуть это из головы. И, конечно, я и наши друзья будут пытаться и с этим что-то делать. V podstatě jsem vzala na sebe poměrně velkou odpovědnost nejen za život svého manžela, ale i za život ostatních lidí, kteří měli tu odvahu prohlásit, že vůči učiním se ve věznicích koná nespravedlivost podobě mučení a týrání. Poté, co jsem zveřejnila dopis od Ildara, začaly se k mně dostávat zprávy z různých regionů od příbuzných jiných vězňů, kteří se nachází v jiných věznicích, že i tam dochází k mučení. A já teď vlastně nemůžu přestat v této své činnosti, která je zaměřena na podporu těchto vězňů. Я очень-очень сильно хочу нормальной жизни. Я бы взяла сейчас Эльдара и уехала куда угодно из России, вот хотя бы в Прагу сюда, и осталась здесь навсегда. Но я не представляю, я пока не понимаю, сможем ли мы забыть о людях, которые находятся в колониях сейчас, которых продолжают пытать. Сможем ли мы уехать и спокойно жить и наслаждаться семейной жизнью, когда мы будем знать, что... Там в России продолжается этот ад, там кого-то сейчас насилуют, там кого-то сейчас подвешивают, там кого-то сейчас ставят на растяжку и обливают холодной водой. Это будет очень сложный выбор. Я не знаю, что мы будем делать дальше, даже когда это освободится. Nejvíc bych chtěla žít normální život, standardní život. Ráda bych spolu s Ildarem se odstěhovala někam jinam do jiné země, ale upřímně řečeno nechápu, zda bychom mohli žít tento normální život, o němž mluvím, když víme o tom, že se stává nespravedlivost v Rusku jiným vězňům, že dochází ve věznicích k týraní a k mučení lidí. Já nemyslím si, že bych mohla žít v nějaké jiné zemi s tím, že v Rusku se stále koná tato nespravedlivost. Prostě v Rusku je skutečně peklo. Tam dochází k znásilnění vězňů, k zavěšování vězňů a tak dále. Některé polévají studenou vodou. Nevím, zda bych mohla se všemi těmito znalostmi žít obyčejný život. Вот Настя упомянула о том, что одной из целей ее визита была в том числе поиск здесь поддержки европейских обществ, европейских средств массовой информации. У меня в этой связи вопрос к Андрею. Насколько чувствуется в тюрьме или уже позже в лагере, в зоне, насколько чувствуется вот резонанс твоего дела, насколько известность заключенного помогает или наоборот мешает, облегчает или усложняет ежедневный быт и жизнь? То есть важна ли действительно поддержка извне или она не ощущается? Anastasia řekla, že jedním z cílů jejího příjezdu do Prahy bylo žádost nebo snaha požádat Evropské společenství o podporu, požádat evropská média o zveřejňování informací o tom, že v ruských věznicích dochází k mučení a týrání vězňů. V této souvislosti bych měl dotaz na Andreje. Když se člověk nachází ve věznici nebo, jak se říká, v zóně a dochází k takové rezonanci, dochází k zveřejňování informace o tomto člověku v médiích. Zdá je to nějaká pomoc pro toho vězně, anebo to naopak komplikuje jeho pobyt, jeho život ve věznici? No, для начала я хочу сказать, что считаю, что очень здорово, что привлечено внимание к делу Ильдара, к тому, что с ним сейчас происходит, это, ну, большое дело. До этого только жесткие бунты в колониях освещались настолько широко и настолько, ну, могло это все предаться огласке не только на каких-то оппозиционных СМИ, но и вообще в целом.
Pro začátek bych chtěl uvést, že myslím si, že to je dobře, že k věci Eldara Dadina byla připoutaná tak velká pozornost. Je to velice důležité. Předtím vlastně se do médií dostávaly jenom informace o nějakých větších brutálních protestech ve věznicích. И возможно, что это даст какой-то толчок для того, чтобы произошли масштабные изменения в этой системе, потому что система гнила просто полностью, и те палачи и пытатели, которые мучили и убивали людей в 50-х, 60-х годах, их внуки сейчас служат в этих тюрьмах и лагерях. Já doufám, že toto nějakým způsobem napomůže tomu, že v budoucnosti dojde k změnám v systému věznic, protože tento systém je prohnilý, schnilý. Katové a mučitelé z 50. a 60. let, mnozí z nich jsou nyní zaměstnanci ve věznicích. Pro mě byl случай, когда служил оперативник в колонии, где я сидел. И его отец был главой общественной наблюдательной комиссии этой области. Зажил сам případ, když в věznici působil bývalý policajt, jehož otec byl hlavou takzvané veřejné pozorovatelské komise. То есть у них просто прослеживается постоянная наследственность. Кроме этого, конечно, я хочу сказать, что очень сильно чувствуется внимание общественности, если к твоему делу или к тому, что с тобой происходит. Vlastně tento případ ukazuje, že někdy dochází k takovému zdědění funkcí u těchto učitelů, těchto katů. Je důležité, že informace o týraní a o mučení se dostává do médií a člověk, o němž se potom v médiích vězeň, o němž se v médiích potom píše, vlastně cítí tuto pozornost veřejnosti a je pro něho důležitá. I vliat po-raznému, to jest, может как положительно повлиять, так и там с какой-то негативной стороны. Где-то просто там известность дела и постоянная там активность в этом отношении может просто не привести к каким-то позитивным изменениям, а с человеком все это время будет происходить что-то очень плохое. Co se týká, jaký to pak má vliv na pobyt vězně, tak se to může lišit. Může to mít jak pozitivní vliv, tak i negativní. Někdy to jakoby pomáhá taková pozornost mediální a někdy naopak může způsobit negativní jevy. Например, человеку могут, даже несмотря на то, что решат, что не стоит его пытать или как-то мучить, ему просто создадут условия, в которых он будет находиться и чувствовать себя очень тяжело, там, постоянно находиться в изоляторе, а когда от него требуют все соблюдения всех правил и всех там пунктов, которые указаны в этих правилах, и вот только соблюдение этих вещей уже делает жизнь невыносимой там. Někdy zaměstnanci věznic neaplikují mučení, neaplikují týrání, ale můžou jednat jinými způsoby. Například můžou žádat po vězni, aby dodržoval úplně všechny podmínky, což úplně všechny pravidla, což někdy dělá život vězně potom nesnesitelný. A nebo toho vězně dávají do izolované cely. Taky случаи byly v болотном деле. И каждый, кто сидел по болотному делу, чувствовал себя по-разному, находясь в тюрьме, в зависимости от того, той политики, которую он выбрал, в зависимости от того, как он себя там вел. А вообще, конечно, такого просто не должно быть, что человек находится в заключении, и если он начинает слишком сильно требовать соблюдения своих прав, то к нему применяются уже обратные действия, какие-то пытки, либо моральные, либо физические. Co
co se týká vězňů, kteří byli obviněni na základě takzvané bolotné věci nebo jako následek protestů na Bolotném náměstí, tak každý z nich měl samozřejmě různé pocity, když byl ve vězení. Každý si sám zvolil typ chování v závislosti na svých vlastních individuálních pocitech. Co se týká nacházení se ve věznici, pokud člověk žádá, aby všechny jeho práva byly všechny jeho práva se dodržovala, pak to může mít samozřejmě následky v podobě mučení, a to buď fyzického, nebo morálního. Ну, друзья мои, я думаю, что сейчас самое время перешло к вопросам. Да, сейчас скажет Настя, да. Тогда вопросы Андрею или Насте, мы готовы. Teď budeme mít prostor pro vaše otázky, myslím, že v nejvyšší čas na ně, ale než začneme s vašimi otázkami, ještě bych chtěla něco říct Anastázii. Я просто хотела добавить к словам Андрея про политику, которую выбирает человек, находясь в колонии. Конечно, мне бы, как жене, больше всего хотелось, чтобы Ильдар тихонечко, никого не трогая, досидел эти 9 месяцев, и чтобы его тоже никто не трогал. Но для Ильдара этот выбор даже не стоял. Ještě bych chtěla doplnit to, co tady řekl Андрей, že каждый вязень сам волит politiku svého pobytu ve věznici nebo typ chování ve věznici. Samozřejmě, co se týká Eldara Dadina, já bych chtěla, aby nebyl aktivní, aby se choval nějak klidně, tiše, strávil posledních 9 měsíců a byl v klidu propuštěn. Ale pro Eldara toto není ani téma k diskuzi, on má na to odlišný názor. Я не знаю, было ли это понятно из фильма, но Эльдар такой человек, который не может терпеть несправедливость. Он просто чувствует буквально кожей какие-то нарушения, и он всегда будет отстаивать законность, права человека. Не знаю, если это было зрение с той оказки, которую мы видели, но, каждопадне, я бы еще одну раздуразнила, že Eldar je typ člověka, který nesnáší nespravedlivost. A pokud dochází k nějakému porušení zákonů nebo obecně k nějakému porušení lidských práv, tak nebude mlčet, nebude to tiše snášet. А так было с самого начала, когда он попал в московский изолятор и помогал другим заключенным, своим соседям писать жалобы, потому что он наиболее юридически подкован. И так продолжилось и в колонии, когда он прибыл туда, увидел происходящий беспредел, объявил голодовку, и после этого его начали избивать. Когда Эльдар достал до изолированной цели, Гнет навернул pomoc ostatním vězňům, protože viděl, že jejich práva se nedodržují. Ze všech asi měl největší právnický background, právnické pozadí, proto věděl, jak psát žádosti a tak dále. A stejně se choval i v věznici s dohledem, kam se dostal poté. Když viděl, že práva vězňů se nedodržují, zahájil hladovku. Друзья, вопросы. Teď máme prostor pro otázky. Dobrý den, Nastě. Já chtěl zpažit, co teď můžeme dělat my, polské lidé zde v Evrosajuze, v České republice. Například je to přibližně god tomu nazad, kdy my pravili očerebnou golodovku za Nastu Savčenko. To byl očej populární slučaj. No já důmaju, že to slučaj Eldara bolé je seriózním, čem slučaj Mladí Savčenko. To je to očej složené, očej složený slučaj. I jestli my můžeme to, že pomož, potom už to, když my načínali, je to očej jednu dohodovku, s námi ji opravili to, že český deputáty, mnoho lidí i z České republiky, jestli vy důmajete, je toliko vy, съезде в этой зале, на том съезде в этой зале находятся тоже другие, которые провели эту городовку. Если тоже была бы такая помощь начинать тоже очередную городовку, чтобы напомнить на этой случае Эльдара. Спасибо.
Můj dotaz se týká toho, co bychom mohli udělat tady v Evropské unii, v České republice, abychom nějak napomohli Eldaru Dadinovi. Před rokem jsme taky vyhlásili hladovku na podporu Nadeždy Savčenkové. Myslím si, že případ Eldara Dadina je vážnější než její případ. Jedná se o hodně komplikovaný, složitý případ. Můj dotaz se týká toho, jak můžeme pomoct. A to není dotaz jenom na vás, ale jakoby na všechny lidi, co jsou dnes tady. Protože když jsme vyhlásili hladovku na podporu Nadeždy Savčenkové, tak se k nám přidali mnozí lidé, včetně poslanců. Co bychom mohli udělat v tomto případě? Ну, лично у меня просто не хватит совести просить кого-то начинать голодовку, потому что я-то вообще хочу помогать людям, а не заставлять их страдать. А вообще московских активистов я просила отправлять письма в колонию, если нужно, я могу сказать адрес. И если у вас есть выходы на депутатов или прессу, то это тоже очень может помочь. Já nechci mít na svědomí hladovku, ničeho hladovku. Chci spíše pomáhat lidem, než způsobovat nějaké trpění, další mučení. Co se týká moskevských aktivistů, tak například posílejí dopisy do věznice s dohledem. A myslím si, že v případě Evropského společenství České republiky by napomohlo, kdybyste taky posílali dopisy do věznice, jestli chcete, pak bych mohla sdělit i adresu. A bylo by důležité, pokud někdo má nějaké kontakty, co se týká médií, co se týká poslanců, abyste je kontaktovali, aby se tyto informace zveřejňovaly. Adres možná bude teda получить после этой встречи. Poté, co vlastně skončíme naši diskuzi, zájemci se můžou zeptat na adresu věznice. Да я могу продиктовать, и сейчас я его наизусть помню. Потом můžu надиктовать teď, pamatuju si nás paměť, tuto adresu. Адрес колонии, например, в которой, возможно, сейчас находится Эльдар, в которой были эти пытки, Российская Федерация, Республика Карелия, город Сегежа, улица Лейгубская, дом 1, ИК-7. Можно писать на имя начальника колонии, можно писать, в принципе, в российские органы власти, Федеральную службу исполнения наказаний с требованием расследовать пытки. Мне кажется, что письма из-за границы очень насторожат наших чиновников, даже если это будут письма не от депутатов, а от простых людей. Адрес можно надиктовать прямо теперь. Hodně by pomohlo, kdyby i obyčejní lidi z Evropy začali psát dopisy do věznice. Můžou tyto dopisy adresovat buď na jméno vedení věznice, anebo na Federální službu výkonu trestu. Takže adresa je následující. Myslím, adresa věznice, kde je možná se teď nachází Eldar Dadin a kde se stává mučení vězňů. Ruská federace, Karelie, obec Segeža, улица Лигубская, 1, направное зажизнение число 7. Вопрос? Вчера на Фейсбуке написали, что вам мешает, что там много людей хочет вам помочь, что там много адвокатов, много простых людей, и что вы должны это каким-то образом координировать, что, если с этим будете. Jestli pak nebude zmatek, myslíte? No, ona to psala na Facebooku. Včera jste psala na Facebooku, že příliš moc lidí se snaží nějak pomoct a dochází k určitým zmatkům, že teď vy musíte to všechno nějak koordinovat, tuto pomoc. Skutečně je to zmatek teď? Já очень благодарна těm людям, которые помогают, но из-за того, что они не координируют свои действия, получаются очень странные истории. Например, когда несколько адвокатов сразу пишут жалобу в ЕСПЧ, потом один ее подает, а остальные удивляются, как же так получилось. Или, например, в колонию к Эльдару приехали 7 адвокатов, из которых лично я знала только 2, а кто остальные, просто непонятно. Это люди, которые хотят помочь, или это какие-то подставы от сотрудников полиции? Samozřejmě jsem vděčná všem, kdo poskytuje aspoň nějakou pomoc, ale kvůli absence koordinace někdy dochází k divným případům.
Například zároveň několik advokátů připravují papíry, aby je podali k Evropskému soudu pro lidská práva, a pak jeden z nich to všechno podá, ostatní jsou překvapeni, jak to, že to podal on a ne oni. A nebo Eldara přijelo navštívit až 7 advokátů, z nich jsem znala osobně jenom 2. Ti ostatní, já ani nevím, jestli to jsou skutečně advokáti, anebo nějací jiní lidé, kteří se snaží do tohoto případu nějak zapojit. Просто я очень переживаю, что в итоге адвокаты обидятся друг на друга, те люди, которые встретятся там, будут подозревать друг друга в каких-то нехороших намерениях, и в итоге ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому просто просила предупреждать меня о каких-то действиях. Я не хочу, чтобы адвокаты начали как уражат взаимно один на другого. Chci prostě, aby byla nějaká koordinace, a nechci, aby někdo z advokátů měl podezření, že ti ostatní nevyvíjí jakoby tu pozitivní činnost, ale naopak se snaží nějak zamotat do tohoto případu. Prostě usiluji o nějakou koordinaci. Vopros? Tak se chtěl zeptat, komu máme tady psát, jestli veliteli té kolonie, anebo jestli můžeme napsat přímo Ildarovi. My jsme za komunistů pořádali běh tří do politických vězňů a posílali jsme přímo dopisy po tom, co jsme proběhli to ulicí na hlavní poště těm lidem, a 90% to nedostali a z 10 jo, dostali to potom po listopadu 89. A jak je to v Rusku, jestli ty dopisy jsou dorušovaný nebo ne, já jsem to bych si rád vyjasnil, že by bylo dobrý psát jemu. A to oni zároveň to uvidí do vedení věznice. Já bych chtěl uřešit, kam můžu nám adresovat písma administrace kolonie, kde nachodí Eldar, kde může být nepostředně Eldar odraděno. Когда у нас здесь был коммунистический режим, мы устраивали такие марши на поддержку политических заключенных, и мы посылали потом письма непосредственно политическим заключенным. Безусловно, 90% этих писем не доходило, либо они получили эти письма уже после того, как прошла революция в 89 году. Так вот, мой вопрос, кому лучше адресовать, непосредственно Эльдару или правлению колонии? В Москве я призывала людей писать и туда, даже если до самого Ильдара письма не доходят, это впечатляет сотрудников колонии. Любые преступления могут твориться при безнаказанности. Если сотрудники чувствуют, что люди в колонии никому не нужны, они беззащитны, с ними можно делать все, что угодно. Если человеку приходит большое количество писем, и вообще люди по всему миру интересуются происходящей ситуацией, то беспредела, вероятно, уже не будет, они просто побоятся. Co se týká moskevských aktivistů, tak jsem je žádala, aby adresovali svoje dopisy jak vedení věznice, tak i přímo Eldaru Dadinovi. Pokud nějaké dopisy se k němu nedostanou, k tomu vedení určitě se dostanou. A když vedení ví, že o případ je zájem, že osud konkrétního vězně, nebo k osudu konkrétního vězně lidi nejsou lhostejní, tak pak si netroufnou vlastně vyvíjet nějaké mučení nebo týrání tohoto vězně. Takže by bylo dobré, kdyby vedení kolonie nebo vedení této věznice s dohledem dostávalo co nejvíce dopisů. Но с письмами Эльдару сейчас проблема такая, что мы не знаем, где он конкретно находится. То есть он может быть в другой колонии. И я бы, наверное, все-таки призывала писать письма руководству учреждения с требованием прекратить пытки, потому что это касается не только самого Эльдара, но и других людей, которые там находятся. И если Эльдара оттуда увезли, то тем людям грозит еще большая опасность. Co se týká Eldara, jak jsem již říkala, přesně nevíme, kde se momentálně nachází, jestli je ve stejné věznici nebo byl převeden na nějaké jiné místo. Proto asi bude lepší, pokud budete ty dopisy zasílat především na jméno vedení věznice, protože k mučení docházelo nejen ve vztahu k Eldarovi, ale i ve vztahu k ostatním vězňům. A pokud Eldar teď není v této věznici, kde byl předtím, tak samozřejmě si to všechno teď odnáší ostatní vězni. Proto by bylo dobré, kdybyste to adresovali především na vedení věznice.
Вопрос? Otázka, ještě někdo má nějakou otázku? Ano, já mám otázku, jestli si myslíte, nebo jaký by měl účel psát vlastně dopisy nejenom do těch věznic, kde se i zdůrazní, že ty věci jsou dokumentovány a že jsou známá jména a ty případy, ale také na vedení Ruské federace, na vedení justice a podobně. Děkuji. Как вы думаете, есть ли смысл отправлять письма не только администрации колонии, но и, скажем так, в государственный аппарат Российской Федерации о том, что случаи задокументированы, о том, что мы знаем имена, о том, что мы знаем, что действительно происходит? Я думаю, если честно, чем больше писем отправлять в разные органы власти, тем лучше, потому что письма из Европы действительно оказывают какое-то влияние. Если мы, российские активисты, пишем эти письма, они уже на что-то влияют, если их приходит 100 или 1000, то из Европы чиновников это действительно пугает. Myslím si, že čím víc bude dopisů, tím je to lepší. A bylo by skvělé, kdyby se ty dopisy zasílaly i na různé orgány státního aparátu. Navíc, když to budou dopisy z Evropy, protože tyto dopisy budou mít určitě větší vliv než ty dopisy od ruských aktivistů. Nicméně i ty dopisy od ruských aktivistů taky mají určitou váhu a dokážou něco ovlivnit. Takže pokud těch dopisů bude 100 nebo 1000 a navíc tyto dopisy budou podepsány nějakými evropskými úředníky, tak určitě pak státní aparát bude minimálně překvapen. Я думаю, это мое мнение, что еще больше влияния будут оказывать официальные запросы от официальных органов власти, например, Министерства иностранных дел или какие-то депутаты. Так что, может быть, имеет смысл даже к местным депутатам, к местному парламенту обратиться с просьбой направить России официальный запрос. Myslím si, že ještě větší vliv by měly oficiální dopisy a žádosti od například ministerstva zahraničních věcí nebo od poslanců, takže možná by mělo cenu se nějak oslovit místní poslance parlament, aby taky sepsali nějakou žádost a poslali to do Ruské federace. Просто в ситуации с Надеждой Савченко очень большую роль сыграла именно поддержка официальных органов власти Украины. V případě Nadeždy Savčenkové vlastně velkou roli měla oficiální podpora ze strany orgánů Ukrajiny. Já mám hned 3 otázky, jestli můžu teda. Ty vopróse srazu možná. Zaprvé, v tom filmu bylo zmíněno, že zákon, na základě kterého byl váš manžel odsouzen, je protiústavní. Takže bych se chtěl zeptat, jak ten zákon zní a proč je protiústavní. V filmu, v tom video, které my jsme posmatrali, bylo pomenuto o tom, že zákon, v souvislosti s kterým Ildara posadili, on nesoodpovídá konstituci. Chtěl uточnit, jak zvučí tento zákon a v čem именно несоответствие. Смотрите, закон звучит так, что при нарушении правил проведения митингов, которые являются административным правонарушением, административное правонарушение становится уголовным. Я не знаю, как сейчас переводчик это переведет. Zákon zní následujícím způsobem. Při pokračujícím porušování pravidel veřejného shromažďování, které se považuje za správní porušení, vlastně z toho správního porušení se stává trestný čin. Vlastně po všem juridickým zákonům, jestli nět общественной опасности, это деяние квалифицируется как административное правонарушение. И нет такого закона, чтобы за неоднократность оно стало уголовным. То есть, если вы переходите дорогу на красный свет светофора, перейдете в эту дорогу один раз на красный свет светофора, или два раза, или пять, это деяние не становится уголовным. Это не убийство человека. Jedná se v podstatě o to, že pokud nějaký čin není veřejně nebezpečný, tak je to správní delikt.
A pokud je pokračující, tak pak z toho v podstatě dělají trestný čin, ale to vůbec nemá smysl, nemá logiku, protože například pokud člověk přejde silnici jednou na červené světlo, tak se dopustí vlastně správního porušení, ale pokud to udělá ještě vícekrát, tak přece to není trestný čin. Ještě очень важно, что сначала деяние квалифицируется как административное, а потом как уголовное. Что это значит? Человека задерживают, его судят по административному правонарушению и дают, например, 15 суток провести в изоляторе. А потом квалифицируют то же самое деяние как уголовное и дают еще больше тюремный срок. То есть по факту человек несет двойное наказание за одно и то же деяние. Od začátku se v podstatě čin kvalifikuje jako správní delikt. Člověk je zatčen, stráví v izolované věznici, v izolované celé věznici například 15 dnů a pak vlastně stejný čin je překvalifikován už jako trestný čin a sazba trestu se zvýší. A v podstatě jde o to, že člověk je dvakrát souzen za stejné porušení. То есть Ильдар уже отсидел срок за все, отсидел по 15 суток за те нарушения, которые ему квалифицировали по второму разу. И это даже не считая того, что на самом деле нарушений никаких не было, были одиночные пикеты. Ильдар, власне, уж стравил тех 15 дней, которые стандартно доставили люди в případе какого-то справедливого деликту. A potom stejné činy jeho individuální protestní akce byly překvalifikovány na trestný čin a byl souzen po druhé za stejnou činnost. I ještě jeden vážný moment. По статье 212 прим нарушением закона о митингах считается то, если человек не предупредил заранее о том, что он будет проводить какую-то акцию. При этом Конституция Российской Федерации разрешает мирные собрания, демонстрации и любые формы проведения акций, не уточняя, что должно быть подано уведомление. В соответствии с новым článком число 212 за порушение се поважує то, покуд человек, который пожелает какую-то акцию, допреду то не ознами, не зверяет эти информации. Zároveň v souladu s ústavou Ruské federace jsou povolené jakékoliv mírové poklidné demonstrace, jakékoliv formy protestu. То есть Конституция разрешает любые формы мирного протеста, не оговаривая, должны мы подавать предварительное уведомление или нет. А статья 212 прим уже вводит уголовное наказание за неподачу этого уведомления, которое не оговорено Конституцией. Ještě jednou, v souladu s ústavou, jakékoliv formy mírového protestu jsou povoleny a není tam napsáno, že by člověk měl dopředu oznámit, že se bude konat nějaká manifestace, nějaká protestní akce. Zároveň v souladu s článkem číslo 212, pokud člověk to dopředu neoznámí, tak se to kvalifikuje jako trestný čin. To ještě to uголовné nakazání za osuštění našeho konstitucionálního práva. V podstatě dochází k trestné odpovědnosti za aplikaci práva, které máme v Rusku v souladu s ústavou Ruské federace. Díky za odpověď. Druhá otázka se týká ředitele té věznice. Někdo tady zmínil, že byl suspendován nebo dočasně odvolán. Tak bych se chtěl zeptat na základě vašeho odhadu nebo zkušenosti, jak si myslíte, že to s ním dopadne a jestli může být nějak veden z odpovědnosti. Может, второй вопрос касается управляющего колонии, где находится Ильдар. Тоже прозвучало, что он временно был отстранен от своей должности. Как вы думаете, какая будет его дальнейшая судьба? Да, это известно по источникам СМИ, и в России гражданское общество, правозащитники очень обрадовались тому, что он отстранен, видя в этом знак предвестия его будущей отставки и наказания. Tyto informace víme z ruských médií a lidskoprávníci samozřejmě měli obrovskou radost, když se dozvěděli, že byl dočasně odvolán z funkce, protože je možné, že teď vlastně bude nějak
povolán k odpovědnosti a bude nést trest za to, co dělal nebo co dělal. Но в колонии сейчас опровергают отставку, сообщая о том, что глава ушел в запланированный отпуск, а его семью, как сообщается, сейчас взяли под охрану. То есть нельзя однозначно расценивать происходящее как неблагосклонность в отношении начальника. Вполне возможно, что он точно так же вернется на свое место и точно так же продолжит свои садистские... svoje studické povědění. Zároveň, když jsme oslovili vedení věznice, tak řekli, že nedošlo k propuštění, nedošlo k dočasnému odvolání, že tento vedoucí je v plánované, má plánovanou dovolenou a v souladu se vším, co se teď děje, jeho rodina dostala dokonce i individuální ochránku. Proto nevím, je možné, že vlastně se potom dostane zpátky do své funkce a bude pokračovat v těch sadistických praktikách, které provozoval předtím. Это случится, если мы не сможем доказать факты пыток, а это будет, возможно, даже сложно, потому что понятно, что все видеозаписи с камер наблюдения уже уничтожены, и сотрудники колонии будут всячески это опровергать. Поэтому мы будем пытаться найти как можно больше людей, которые готовы будут подтвердить эти пытки, и будем всеми силами стараться отстранить начальника колонии и судить его за его преступление, потому что речь идет, я повторюсь, не только о жизни Ильдара, но и о жизни и здоровье других людей, которые сидят в этой колонии. A to se může stát v tom případě, pokud se nám nepodaří prokázat, že skutečně ve věznici docházelo k mučení a týraní vězňů, jelikož všechny záznamy z videozáznamy z kamer byly zřejmě již zničeny, nebude to lehký úkol. A samozřejmě počítáme s tím, že zaměstnanci věznice budou namítat a říkat, že nic takového se tam neodehrávalo. Proto se budeme snažit kontaktovat co nejvíce lidí, kteří mohou nějak prokázat, že skutečně ve věznici dochází k mučení a týrání. A doufám, že se nám to podaří a vedoucí věznice bude už odvolán nastálo navždy a bude souzen za tu svou činnost, kterou vyvíjel. A ještě bych jednou chtěla zdůraznit, že nejde jenom o osud Ildara Dadina, jde i o osud dalších lidí. Díky. Poslední otázka se týká šíření těchto informací. Chci se zeptat, jestli budete, nebo jestli už to děláte, pořádat podobné semináře, jako je tenhle i v Rusku, protože se mi zdá, že asi hlavně Rusové by měli vědět, co se děje v jejich zemi. Jestli budou pořádat semináře v Rusku, pochopila jsem to správně. Ano, můj poslední třetí vopros kasajence rozpostranění informací. Собираетесь вы, планируете ли вы устраивать семинары подобные в России, потому что очень важно, чтобы люди в России прежде всего узнавали о том, что происходит. Если честно, я об этом не думала. Пока что я пытаюсь поддерживать контакт с различными средствами массовой информации. Я сказала, что я сама журналист по образованию, поэтому у меня там много друзей. Но, конечно, наверное, этого недостаточно, и следует подумать над тем, как распространять информацию. По правде речено, я сам о том не премышляла. Затем со снажими нек вивиет контакты, гледат подпору мези новинари в русских медиях. Já jsem už zmínila o tom, že podle vzdělání jsem taky novinářka, totiž mám určité kontakty v této sféře, ale zřejmě toto nestačí. A měli bychom do budoucna uvažovat i o dalších formách činnosti. Но проблема еще и в простом человеческом равнодушии. Вот там вот сзади я видела Дениса Луцкевича, это тоже узник по болотному делу. И некоторое время назад мы с ним пытались распространять информацию о пытках в одной из колоний, где людям просто ломали ребра и не давали встречаться с правозащитниками. И это было очень сложно, потому что практически всем наплевать на это дело. Ale samozřejmě ještě musíme počítat s tím, že někde dochází k takzvané lidské lhostejnosti. Tady vidím mezi vámi Denise Luskeviče, což je taky
vězeň, který byl odsouzen na základě takzvané bolotné věci po protestech na Bolotném náměstí. A právě s ním jsme se snažili šířit informace o tom, že v jedné z věznic dochází k mučením, že někteří vězni tam mají zlomená ребра v důsledku tohoto mučení. A někdy jsme naráželi na lhostejnost, že ne všichni vnímají tyto informace. Возможно, письмо Эльдара вызвало такой резонанс из-за того, что оно очень личное и очень легко примерить его на себя, понять, что чувствовал бы ты, если бы твоего мужа били, твою жену били, твоих детей били, подвешивали, угрожали изнасиловать. Можно допис, который послал Эльдара, который сам зверинила, měl tak velký dopad, protože je hodně osobní a člověk po přečtení tohoto dopisu si položil otázku, jak bych se choval já, kdybych byl ve stejné situaci, kdyby mi vyhrožovali, že něco provedou mé manželce, mému manželovi, mým dětem, že třeba je znásilní a tak dále. A člověk po přečtení si tuto otázku položí. Poslední tři otázky. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jak je to vlastně s ruskými novináři, jaký mají možnosti a jestli třeba něco hrozí ve chvíli, kdy vlastně o té realitě ruských věznic informují nebo třeba zveřejní ten dopis. Dobrý večer, můj otázka se týká ruských SMI, žurnalistů. Если они пишут на тему условий содержания в тюрьмах, публикуют подобные письма, как прислал Эльдар, угрожает им после этого что-нибудь или нет? Нет, но дело в том, что не все СМИ могут позволить себе публиковать такие письма. Я сама, как журналист, несколько лет работала на радиостанции «Радио России». Это главное государственное радио страны, которое вещает на всю огромную нашу страну в каждом уголке. Bohužel ne všechna média v Rusku si můžou dovolit zveřejňovat podobné dopisy a podobné informace. Já jsem kdysi působila v rozhlasové stanici, která se jmenuje Rádio Rusko, je to státní rozhlasová stanice, působí na území celého Ruska. И поэтому, когда я узнала, что Эльдар просит о максимальном распространении этой информации, я, конечно же, сразу подумала про Радио России и написала бывшим коллегам с просьбой эту информацию опубликовать. На это мне ответили: «Настя, ну ты же понимаешь, радио государственное, оно финансируется из российского бюджета, мы не можем говорить о пытках». Эльдар мне пожелал, чтобы максимально расширила информацию о мучении в вязнице. Первое, vlastně médium, které mě napadlo v tu chvíli, byla právě rozhlasová stanice Rusko, kde jsem působila. Oslovila jsem svoje bývalé kolegy, zda by bylo možné pomocí nich rozšířit tyto informace a jejich reakce byla následující. Nastě, přece rozumíš, že my jsme financováni ze státního rozpočtu. Nemůžeme si dovolit psát o týrání a o mučení ve věznicích. Ne. Я хотел добавить, что немножко не согласен с тем, что ничего не грозит, если опубликую такое письмо. Но, например, по Болотному делу, когда активно публиковали информацию, закрыли Грани, закрыли Каспаров, поменяли, по-моему, редакцию в газете «Ру» в очередной раз. И это было прямым следствием того, что публиковали информацию о Болотном. Já bych chtěla trošku namítnout ohledně toho, že pokud nějaké médium, nějaký zdroj zveřejní podobné informace, tak mu pak nic nehrozí. Myslím si, že hrozí a máme k tomu příklady. Když se odehrály protesty na Bolotném náměstí a pak došlo k zatčením a někteří byli odsouzeni, tak média, která se tomuto tématu věnovala, si potom to odnesli, protože například v případě Gazeta RU došlo k výměně složení redakce, nebo problémy měly další zdroje, jako Grani, Kasparov. No, já chtěla сказать еще про то, что получилось сейчас. Я отправила это письмо на одно из крупнейших оппозиционных российских СМИ, это портал «Медуза», может быть, кто-нибудь из вас про него слышал.
И после того, как письмо очень сильно разошлось, мне звонили корреспонденты российских государственных каналов и говорили, что они тоже собираются распространять эту информацию. Так что это все-таки дошло до государственных каналов, несмотря на то, что мои бывшие коллеги говорили мне, что на госсми информации про пытки не может быть. Co se týká dopisu Ildara, zveřejnil to nakonec zdroj, jeden asi z největších opozičních zdrojů v Rusku, to portál Meduza. Možná jste o tomto portálu něco slyšeli. A poté, co dopis byl zveřejněn, začali mě kontaktovat i novináři ze státních programů, ze státních kanálů, s tím, že by měli zájem taky o šíření těchto informací. Proto si myslím, že ti moji bývalí kolegové z rozhlasové stanice neměli pravdu, že se budou potýkat s velkými problémy, pokud zveřejní něco podobného. Если вам интересна именно журналистская составляющая, то когда я работала в прессе, то перед нами администрация ставилась всего два условия. Не ругать Путина напрямую и не писать про его семью. И, собственно, одно из этих условий нарушил российский канал и газета «Росбизнес Консалтинг», за что они выпустили репортаж про дочерей Путина, и за это их редакция была изгнана и заменена. Když jsem působila jako novinářka v médiích, my jsme vlastně měli jenom dvě nařízené podmínky. Nesměli jsme nějak otevřeně nadávat Putinovi a psát nějaké informace o jeho rodině. A jednu z těchto podmínek porušil zdroj Rosbusiness Consulting, který zveřejnil reportáž o dcerách Putina. A jako následek zveřejnění této reportáže došlo k výměně celé redakce. Tak, kdo to chtěl zadat? Raz, dvě, dvě, dva, dvě. Здравствуйте, спасибо, во-первых, большое за организацию сегодняшнего вечера. Это Антон. Ну, это как бы всем, да, то есть кто присутствует на сцене. И вопрос мой следующий. Возможно было бы опубликовать образец письма, потому что я, например, не представляю, что написать, но я бы хотела отправить. Мне кажется, вот если вы опубликуете адрес и образец на Фейсбуке, это как бы подстегнет именно людей отправить, потому что я думаю, я не надо как-то, не знаю, что написать. И также Антон к вам, то есть я так поняла, что омбудсмен не присутствует здесь, ну, да, не присутствует. Может быть, стоит написать и ей, именно от лица чешского сообщества, что как бы... И в Чехии это вызвало общественный резонанс. Především bych chtěla poděkovat za dnešní večer. Tady zaznělo, že největší díky patří Antonovi za organizaci. A odpověď byla, že spíš jako všem, dokonce i těm, kdo byl přítomen na pódiu. A teď dotaz. Bylo by možné vytvořit nějaký vzor dopisu? Já bych třeba osobně ráda nějaký dopis poslala, ale já si nedokážu představit, jak by měl vypadat. Takže možná by pomohlo, kdybyste zveřejnili na Facebooku nejen adresu věznice, kam to máme posílat, ale zároveň i dali tam nějaký vzor. A pak samozřejmě by to posloužilo jako stimul pro lidi, kteří neví jak na to. A potom další návrh. Dnes by tady měla být veřejná ochránkyně práv. Zaznělo, že se nemohla zúčastnit kvůli nějakým svým důvodům. Možná by bylo dobré vytvořit nějaký dopis a poslat i jí dopis, který by obsahoval všechny informace, co dnes tady zazněly, aby to vzbudilo zájem ze strany českého společenství. Спасибо. Но это не вопрос, а пожелание, мы это сделаем. По поводу... Меня это дотасло, я учить это уделала. Да, наверное, нужно будет опубликовать на английском языке, чтобы было легко отправлять, потому что английский язык много кто знает. И по поводу нашего омбудсмена Татьяны Москальковой, многие считают ее и справедливо человеком не очень демократических взглядов, но к чести ее я ей позвонила, и она взяла трубку и очень внимательно отнеслась к рассказу моему, сама поехала в эту колонию, поговорила с Эльдаром, и мне кажется, именно благодаря ей во многом
эта история вышла на федеральный уровень? Сейчас я дополню. Речь шла о чешской омбудсменке, а не о российской. Bylo by asi dobré zveřejnit tento vzor v angličtině, aby všichni tomu rozuměli, protože pak je to jednoduché, když člověk prostě ví, co podepisuje. A co se týká ruské ochránkyně práv, jmenuje se Moskalková, já jsem ji kontaktovala. Nehledě na to, že tato žena, o ní se mluví, že nemá demokratické názory, mně se věnovala poměrně velkou pozornost, pozorně si vyslechla celý náš příběh a poté jela do věznice, kde se nachází Ildar, a promluvila se s ním a možná vlastně i díky ní se celý náš příběh dostal do většího povědomí a o něm se začalo víc mluvit. Друзья, у нас регламент, у нас, прости, уже последний вопрос. Про чешского омбудсмена. Если есть возможность писать омбудсмену, если у нее есть возможность, или у него, извините, я не знаю кто, обращаться к российским властям или пытаться каким-то образом попросить сделать это чешских дипломатов, чешских депутатов, то было бы очень здорово, я думаю, это помогло бы. Так это мы с тобой должны сделать. Чешская уважение охранения прав. Myslím si, pokud je taková možnost, aby oslovila ruský státní aparát, nebo aby oslovila aspoň české diplomaty, české poslance v této věci, tak by samozřejmě to bylo velkým přínosem. Naslední vatel. Jak dlouho se znáte s Ildarem? Jak dlouho? Jak dlouho vy znakomi s Ildarem? Мы познакомились 4 августа 2014 года, поженились 25 февраля 2016. Мы познакомились 4 августа 2014 года, а потом мы созвали 25 января 2016. Я так понимаю, что у нас что теперь я вошел в связь с госпожей Кристиной Зеленковой, которая сделала очень много для Насти Савченко, для Натальи Савченко, это депутат Чешской Республики, и это то, что она в той же делегации Чешской Республики в Совете Европы. И если вы будете еще до четверка здесь в Праге, она бы с вами в четверг могла встретиться. Не будете. No potom možno Vojti s ní svaz через Facebook или другим образом. Да? Ona, к сожалению, ona теперь находится, je to нет в Českoj republice, только в четверг ona придет в Českoj republice. Chci jenom dodat, že paní Kristýna Zelenková hodně pomohla v případě Nadeždy Savčenkové. Je to poslankyně, která zároveň je členkou delegace České republiky v Evropské radě. Momentálně je mimo Českou republiku, ale vrátí se ve čtvrtek. Pokud ještě tady budete ve čtvrtek, tak by bylo možné domluvit osobní schůzku. Pokud nebudete, tak byste se mohli spojit například přes Facebook. Друзья, огромное спасибо, что вы пришли. Это был тяжелый вечер во всех смыслах, и длинный, и довольно серьезный, и грустный. Но мы остаемся на позитивной ноте и будем думать, что наша общая поддержка и Настина любовь поможет сломать эту систему и преодолеть то беззаконие, которое творится в России. Díky všem za to, že jste přišli. Byl to dlouhý večer, těžký večer. Mluvili jsme na seriózní a smutné téma. Nicméně chtěl bych skončit nějak pozitivně a říct, že doufám, že věřím, že díky naší společné pomoci a díky lásce Anastázie my nějak zbouráme tento hrozný systém. Важно, потому что у нас в России очень много равнодушных людей, когда видишь, что в Чехии, в Праге так много людей, которые неравнодушны к этому, то просто, правда, большое спасибо.
Krát děkuji vám všem za to, že jste přišli. Je velice důležité, že se o to zajímáte. V Rusku totiž je hodně lidí, kteří jsou lhostejní k takovým tématům. A jsem ráda, že tady v České republice v Praze vidím tolik nelhostejných lidí. Спасибо, конечно, нашему великолепному переводчику Кристине Сиянов, которая сделала этот вечер понятным, ясным, четким и структурированным. Так, я бы хотела поблагодарить нашего участника Кристине Сиянова, потому что наша днешняя дискуссия, наш днешний вечер был сразумительный, думал, что он был сразумительный про всех. Отдельное спасибо Андрею Барабанову, которого мы вытащили на сцену, который оказался участником этого вечера, за воспоминания и пожелания ему успешной учебы и поступления в Карлсбад университет. Важный дик подчерк Андрею Барабанову, которого мы позвали сам на подиум, за то, что си вспоминал спору с нами, рекал нам нечто о своем případе, přejeme mu, aby úspěšně složil přijímací zkoušky a dostal se na Karlovu univerzitu. В конце заявление первое. У двери на выходе стоит традиционно ящик-коробочка для сбора средств по заключенным. На нашем фестивале, на каждом мероприятии мы помогаем, собираем средства для того, чтобы передать их тем, кто находится в России. Это не только россияне, но это и украинцы. И второе объявление. В Праге состоятся две акции в поддержку политзаключенных, в том числе с участием Насти, в поддержку Ильдара Дадина. Одна будет в воскресенье на Старомаке в 15.00, вторая будет на Вацлаваке во вторник в 18.00. Кому это важно и интересно, ждем. Na závěr ještě dvě důležité věci. U vchodu spatříte malou krabičku. My máme takovou speciální sbírku na podporu politických vězňů v rámci našeho festivalu a vždycky na každé akci umisťujeme vedle dveří krabičku, pokud někdo chce nějak podpořit politické vězni, jak v Rusku, tak i na Ukrajině, tak tam můžete hodit nějaké peníze do této krabičky. A potom druhá důležitá zpráva, v Praze proběhnou dvě akce na podporu politických vězňů. Jedna akce se bude konat za účastí Anastázie a jedna z těchto akcí se uskuteční v neděli v 15 hodin na Staroměstském náměstí. Druhá akce se bude konat v úterý v 18 hodin na Václavském náměstí. Spasibo, na tomto festivalu můžeme считать закрытым. Děkuji všem.